Коза Маруся в конно-спортивном клубе «Кентавр» – житель новый, но поладить со своими соседями по стойлу, символом уходящего года, ей удалось практически сразу. Да и астрологи утверждают, что именно в этот год проблем с соблюдением традиций и примет не возникнет, ведь лошадь и коза отлично ладят между собой, да и вкусы у них похожи. На новогоднем столе, как и в прошлом году, должно быть много зелени и овощей. А еще коза – сладкоежка, она высоко оценит фруктовые и молочные десерты. Приоритетным цветом же в новом 2015 году станет синий. А еще миролюбивая и добрая коза препятствует развитию конфликтов. Если верить астрологам, то 2015 принесет покой и гармонию. Коза – удивительное животное. Если первым зверем, которого приручил человек, была собака, то второй была коза. И козоводство, оно насчитывает не один десяток тысячелетий. Коза – прекрасное животное. Этот год должен быть замечательный. Быстрый, да, как коза, ловкий и полезный во всех отношениях. Да, Манечка?